Савушкин продукт – гигантский производственный комплекс, лидер белорусской молочной промышленности. Производство продукции осуществляется на 4 производственных площадках – в Бресте, Столине и Пинске. На этом современном заводе-автомате трудится более 3000 человек. Здесь производится продукция порядка 200 наименований – всегда из свежего молока. Этот девиз Савушкина давно знаком белорусам. Его оценили и в зарубежье, близком и далеком. Компания проводит постоянную работу по выстраиванию сбалансированного, конкурентоспособного ассортиментного портфеля, созданию новых брендов, поиску новых рынков сбыта. Тот, кто хочет быть успешным, будет им. Именно кризис подталкивает к активным действиям. Работать надо, люди. Если мы будем все время ходить и говорить, что кризис, кризис, так он и будет кризис, понимаете? Я считаю, что кто работает, кризис только развивается. Потому что все опускают руки, начинают сдаваться, а люди, те, которые хотят, они видят все равно перспективу, они не здесь, то туда, не туда, то туда. Ну, мы понимаем все. Основные конкурентные преимущества – 100% фасовка. Мы масла ни килограмма не продаем блочного, мы не продаем ни килограмма сыра блочного. Это все идет фасонный, добавленная стоимость остается у нас. Да. И рынки сбыта расширяем, ищем. Мы сегодня в Азербайджане торгуем, в Казахстане торгуем, в Молдавии торгуем, я уже раз говорю, при Балтике торгуем. Сейчас пытаемся на Германию выйти. Всегда и свежего молока консервантам и искусственным наполнителям категорическое нет. Уже на протяжении 20 лет реализуется широкомасштабный проект «Савушкин продукт за здоровье нации». Кстати, в этом году 40-летие компании. За столь долгие годы создано современное высокотехнологичное автоматизированное предприятие, на котором минимизирован контакт человека с продуктом и гарантировано его высокое качество и безопасность. Не молочный завод, а космический корабль с километрами стальных труб, компьютеров. Все движется, мигает, все отслеживается. Отслеживается на мониторах. Брестский молочный гигант – единственный производитель в Беларуси, имеющий бессрочную экспортную лицензию Евросоюза. Исходное – это качество сырья. Сегодня мы над сырьем очень серьезно работаем. Вы знаете, что сырьевая наша зона – это зона Брестской области. Мы перерабатываем сегодня чуть более 40% всего молочного сырья, которое производится в Брестской области. У нас молоко, поступившее из нашей сырьевой зоны, сегодня соответствует на более чем 90% сорт экстра и высший сорт. Дальше это, конечно, современные технологии производства. Сегодня наш завод, вы увидите сами, это завод-автомат. Мы за 2 года, с апреля 2013 года, построили новый завод рядом с уже действующим в Бресте. И сегодня таких заводов в республике нет. И самое главное, строго соблюдая секреты рецептов выпускаемой продукции, на Савушкине не боятся показывать и рассказывать о том, что продукция предприятия качественна и безопасна. Клуб любителей молока, участниками которого уже являются десятки брестчан, тому подтверждение. В канун Дня города Бресте 2016, 29 июля, уже тысячи брестчан смогут убедиться, что продукция Савушкина дарит людям о радости здоровья. По согласованию с городской мэрией специалисты предприятия инициировали первый в областном центре молочный фестиваль «Облака свежего молока». В этом году мы вместе с городом готовим удивительный праздник для брестчан – первый молочный фестиваль. И он имеет такое удивительное легкое название «Облака свежего молока». Мы хотели этим подчеркнуть натуральность, чистоту, открытость компании и пользу наших продуктов молочных, те, которых мы даем людям. В сквере на Янке Купалы напротив предприятия «Савушкин продукт» совсем скоро, 29 июля, развернется чудесное действие под названием «Облака свежего молока». Всех брестчан специалисты предприятия приглашают на открытые площадки. Будет очень интересно. Фестиваль от «Савушкина» станет преамбулой всех городских мероприятий, подготовленных городским исполнительным комитетом. Здесь будет место для хорошего общения, для семейного отдыха, для того, чтобы дети отдохнули, для того, чтобы мамы получили задор энергии и получили ответы на те вопросы, которые у них возникали. Можно будет попробовать удивительно много вкусных молочных продуктов, молочных коктейлей. Будет работать молочное кафе, зона отдыха, зона чилаут, молочная зона, где наши технологи раскроют секреты производства молочных продуктов. А самые любознательные наши посетители смогут в этот день посетить производственную площадку и посмотреть, как же на самом деле производятся молочные продукты и кем они производятся. Конечно, в конце всего вечера состоится удивительное мероприятие – это гала-концерт. Лариса Осмолович, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».